Так, открываем бак. Опачки. Вставляем дизель B7. Погнал заправляться. У меня показывало на компьютере 0 километров осталось до заправки. По 0 турбодизель, полный привод. Вон ценник. €67. На сколько полный бак будет? 103 евро. Вот на заправке есть такие салфеточки. Берешь, отрываешь, вытираешь там, где накапало дизель. Все протираешь, закрываешь, выкидываешь, идешь оплачиваешь. Все говорят, что на социале хватает денег на все. Но вот заправь на 107 евро машину. За телефон заплати по 15 евро за 3 телефона. За танцы заплати. Дочка, она ходит на 2 танцев. 70 евро. Еще свои придется докладывать. Свой дизель. Möchtest du die Quittung? Угу. Danke. Tschüss. Tschüss. Ой, какой, Мишка. Короче, заправился на 107 евро. А, не на 107, обманы, на 103 евро. Так что как-то так. Ну, никак иначе.